Итак, уважаемые гости, дорогие друзья, разрешите вас поприветствовать на нашем лектории «Исторические субботы», который является совместным проектом Государственного исторического музея и Российского военно-исторического общества. Согласно расписанию у нас лекция, и прочитает ее для вас кандидат исторических наук, главный научный сотрудник Российского военно-исторического общества, доцент МГИМО Николай Александрович Копылов. Слово предоставляется лектору. Большое спасибо, уважаемые друзья. Ну, давайте как бы попробуем, опять же, вместе, в общем, понять, что такое реформы в России и какова их судьба. Если говорить о великих реформах Александра II, о либеральных реформах Александра II, которые действительно изменили облик Российской империи, то мы с вами все равно должны коснуться темы, проблемы Крымской войны. Если мы откроем любой учебник, школьный, опять же, вузовский учебник истории, то мы опять же прочтем то, что эта война и поражение Российской империи в этой войне стало толчком, да, для проведения реформ. Более того, можно говорить, что события Крымской кампании 1854-1855 годов, в общем, поставили власть перед необходимостью что-то сделать, да, то есть перед необходимостью реформ. Ну, эта война уже тогда у современников, в общем, вызывала много вопросов, на которые как-то, в общем, получалось очень мало ответов. И даже сейчас, да, спустя свыше 170 лет, эта, в общем, война не потеряла своей актуальности, изучения, опять же, этой войны. Ну, чем она для нас, может, потомков, может быть интересна, какие, опять же, из нее мы можем извлечь уроки. Ну, во многом эта война открыла новую страницу не только военной истории, но и мировой истории. Это первая война, которая до нас дошла в фотографиях. Впервые, в общем, на театре военных действий в Крыму работали фотографы. Поэтому, если вы как-нибудь на досуге зайдете в интернет, да, наберете в любом поиске «Крымская война» фотографии, вы увидите доподлинный облик того времени и людей того времени. Это первая война, на которой присутствовали военные корреспонденты, как, опять же, как люди, описывающие ход военных действий. Это первая война, на которой попытались применить отравляющие вещества в виде хлора. Ну, англичане, как джентльмены, в общем, попытались, в общем, решить этим способом проблему штурма Севастополя. Это первая, опять же, война, в которой русская армия, ну, имеется в виду как раз территория Крымского полуострова в первую очередь, да, в которой русская армия, к сожалению, не одержала ни одной победы. А самое интересное, что те, кто вот воевал в Крыму молодыми юнкерами, подпоручиками, ну, которым было так, по 16 лет, например, ровно через 50 лет уже на других полях, далеко на Дальнем Востоке, снова повторят события Крымской кампании. Будучи уже взрослыми полководцами, они также не сумеют выиграть ни одного сражения. Ну, поэтому, естественно, война всегда вызывает много вопросов. Ну и главный, наверное, вопрос в этом, а почему?
Да, почему именно так все получилось? Почему вдруг союзники, да, которых, в общем, даже не планировали, что они будут в союзе, Великобритания и Франция, объявляют войну России? Почему они спокойно высаживаются в Крыму? Почему им удается блокировать главный город, порт на Черном море России, Севастополь? И почему в итоге, в общем, Российская империя вынуждена подписать унизительный для нее мирный договор? Ну, любая война, мне так кажется, это мое субъективное мнение, это поражение дипломатии. Когда дипломаты оказываются бессильны, тогда уже говорят пушки, тогда уже в дело вступают генералы. Ну, в данном случае можно сказать, что Крымская война – это поражение известного всем дипломата, которого звали Николай Павлович Романов. Как все многие Романовы, да почти все, кроме Петра Алексеевича Великого, Николай Павлович очень любил два занятия – это военное дело и дипломатию. И в обоих делах он ничего совсем не понимал. Он искренне считал, что, в общем, дипломатия – это дело рук, прежде всего, глав государств, императоров, королей. Ну, а министры – это, скажем так, секретари по иностранным делам. Поэтому все дипломатические, так скажем, проблемы Николай Павлович старался решать лично, не прибегая, так скажем, к услугам специалистов. Ну, в том числе это касалось и знаменитого и главного вопроса русской дипломатии XIX века, так называемого восточного вопроса. Да, то, что касалось, опять же, судьбы огромной империи, которая в то время простиралась в Азии и в Европе. Имеется в виду Османская империя. Ну, Николай Павлович после победоносных войн с турками 1828-29 годов откровенно называл Османскую империю больным человеком и стремился, претендовал на наследство этой самой империи, а именно на проливы Босфор и Дарданеллы, которые действительно являлись главным стратегическим мостом между Черным морем и Средиземным, через которые действительно Россия вывозила главный продукт своего экспорта – это зерно. Ну, и вслед за своими предшественниками Николай Павлович хотел держать в руках ключи от этих проливов. А ключи от этих проливов носили гордое название Константинополь. Вот с 1453 года, с тех пор, как над Святой Софией был воздвигнут полумесяц, в России никогда не называли город вот новым османским именем Стамбул. Стамбул и Станполис называли просто Константинополь, подчеркивая, опять же, своеобразную миссию Российской империи по отношению вот к этому наследству, наследству Византии. И поэтому восточный вопрос всегда оставался главным в политике российских монархов. Ну, в данном случае, если мы, в общем, не будем вдаваться в, так скажем, большие подробности, в данном случае непосредственным поводом для, как бы, начала военных действий, для очередной попытки овладения Константинополем и проливами, стал знаменитый спор о святых местах, то есть кому будут принадлежать ключи от Вифлеемского храма.
которым уже в течение, так скажем, 100 лет, начиная с 1740 года, владела русская православная община. Ну, для того, чтобы, опять же, этот вопрос решить, Николай Павлович, в общем, был уверен, что этот вопрос можно решить силовым путем, была сформирована делегация, которую возглавил светлейший князь Александр Сергеевич Меньшиков, ну, праправнук того самого знаменитого Петровского Данилыча. Ну, в дипломатии все скрывается в определенных маленьких деталях. И очень важно, естественно, когда одно государство посылает посольство, фигура посла, да, фигура представителя державы на территории другого государства. Александр Сергеевич, ну, совсем не подходил на роль дипломата. Ну, про него можно сказать словами другого известного его тезки Александра Сергеевича. Он по-французски совершенно мог изъясняться и писал, легко мазурку танцевал и кланялся непринужденно. Чего же более? Свет решил, что он умен и очень мил. Вот эти слова целиком можно адресовать и светлейшему князю Меньшикову, у которого была блестящая придворная карьера, ну, типичная для, так скажем, придворного вот, Александровской и Николаевской эпохи. Это и, так скажем, участие в Отечественной войне 1812 года, когда он еще был молодым офицером. Затем верность, так скажем, престолу 14 декабря 1825 года, которое Николай Павлович не забыл и поэтому приблизил к себе Меньшикова, сделав его флигель-адъютантом. Ну, а затем, что иногда тоже бывает типично для России, Александр Сергеевич становится морским министром, не имея никакого морского образования. Ну, зато он знал много анекдотов, слыл острословом придворным, ну и умел поднять настроение государю-императору во время завтрака. Вот как раз этого человека и направляет Николай Павлович с миссией в Константинополь. Ну, Александр Сергеевич начал свою миссию с нарушения всех дипломатических протоколов. Он являлся на прием к султану в простом вицмундире, хотя было положено приходить в полной парадной форме с наградами и эполетами. Ну, по, опять же, османскому этикету в зал султану необходимо было войти, ну, кланяясь. Александр Сергеевич был человек довольно большого роста. Ну, если вы помните, Николай I был рост 2 метра 6 сантиметров. Вот Меньшиков был ростом 1,95 сантиметров. Ну, поэтому, считая, что, в общем, ему как представителю великой державы кланяться перед османами не пристало, он демонстративно опускается на карачики и вот таким образом входит в зал. Ну, показывая, опять же, вот, ну, это определенное, да, так скажем, отношение к Османской империи. То есть, в общем, миссия Александра Сергеевича Меньшикова была целиком и полностью обречена на провал. Последние его слова были, что если Османская империя не пойдет на уступки и не сохранит ключи от Вифлеемского храма в руках русской общины,
Россия, ну, русская Россия, Российская империя введет свои войска в Дунайские княжества, вот, Молдавия и Валахия. И в тот момент, когда пароход с русской делегацией отправился из Константинополя обратно в Севастополь, в тот самый момент был опубликован манифест Николая I о начале войны, о войне с Турцией. Ну, планировалось, естественно, планировалось, что эта война будет традиционной русско-турецкой войной, уже не первой и не последней в этой череде. Ну, поэтому как бы к туркам, как к противникам, в общем, относились, наверное, даже, в общем, свысока. И действительно, в течение 1853 года, осень и зима 1853-54 года, русская армия и русский флот, в общем, одерживает победы, блокируя турецкие крепости на Дунае. Ну и 30 ноября 1853 года в районе Синопской бухты произошло знаменитое сражение, последнее в истории парусного флота. Ну, совершенно случайно командующий эскадрой Черноморского флота вице-адмирал Павел Степанович Нахимов, направляясь для того, чтобы высадить десант на Черноморском побережье в районе Сочи, узнает о том, что турецкий флот, в общем, собрался в Синопской бухте для того, чтобы нанести, в общем, удар по русским позициям, меняет курс, атакует противника. Блестящая победа, которая вызывает определенный дипломатический переполох, потому что становится понятно, что вслед за разгромом турецкого флота русская эскадра окажется на рейде Босфора. И вот угроза или возможность, так скажем, распространения русского влияния на проливы подталкивает правительство Великобритании и Франции к активным действиям. Это, опять же, демонстрация своего флота в районе проливов, а затем уже весной 1854 года объявление войны Российской империи. То есть, опять же, надо понимать, что никто из русского военного руководства не думал и не планировал, что придется воевать с коалицией. Никто не думал, что самые закадычные враги, Великобритания и Франция, объединят свои усилия, свои силы для того, чтобы преградить России выход в Средиземное море. Однако так получилось. И затем, опять же, смотря на те события, которые происходили в Крыму, а никто не думал, что, в общем, война затянется, выльется в осаду Севастополя. И англичане, и французы считали, что, в общем, это будет обычная колониальная экспедиция. То, что, в общем, Россию надо немножко наказать. Да, поэтому необходимо, нанести удар в том месте, где, так скажем, никто не ожидает. То есть на территории России, имеется в виду на Крымском полуострове. Ну и дальше, опять же, события, если на них смотреть с точки зрения хронологии, в общем, вызывают, действительно очень много вопросов, которые начинаются либо как, либо почему. Почему вдруг союзные корабли спокойно крейсируют в Черном море, проводя разведку, а наш флот бездействует? Почему вдруг союзники организуют эту самую экспедицию? Когда они плыли от Варны до Крымского побережья,
они, в общем, боялись того, что русский флот их атакует. А русский флот стоит на якорях. 3 дня в устье реки Альмы под Евпаторией союзники высаживали свой десант. И опять же боялись. Это самая трудоемкая и самая, в общем, опасная морская операция. То есть высадка десанта. Они боялись, что вот сейчас опять же подойдет русский флот, откроет огонь, и они будут разбиты. За высадкой наблюдают всего 3 человека с русской стороны. 1 офицер и 2 казака. То есть русский флот опять стоит на месте. Почему, когда речь зашла о необходимости организовывать оборону Севастополя, в городе оказалось всего лишь 12 лопат. И пришлось прибегать, так скажем, к помощи мирного населения. Действительно, это опять же подвиг севастопольцев, буквально в течение 2 недель соорудить, так скажем, бастионы, соорудить батареи, тем самым преградить путь противнику. Но почему город не был укреплен? Хотя это порт, крепость и самый такой, в общем, передовой пункт по отношению к Османской империи. Потом, спустя, так скажем, годы после этих событий, ну, описывая, да, так скажем, Крымскую войну, а Александр II, новый император, специальную комиссию создал по, в общем, анализу опыта этой самой войны, и почти все, в общем, участники событий, в общем, оставили свои записи, свои воспоминания. Вот в это, именно смотря на эти, так скажем, документы, вот эти вопросы, почему все время возникают. А командовал русскими войсками в Крыму, опять же, Александр Сергеевич Меньшиков, который, в общем, так и не выиграл, к сожалению, ни одного сражения. Ну, почему, то есть почему Россия проиграла? Наверное, опять же, потому, что это было, скорее всего, поражение не страны, а поражение той системы, которая этой страной управляла. Николай Павлович, сам того не желая, создал, ну, целую, так скажем, плеяду, целое поколение военачальников, флотоводцев, сановников, которые умели очень хорошо выполнять приказы. Они были очень хорошими исполнителями. Но при этом они не могли, а может даже и боялись, проявить определенную инициативу. Поэтому, естественно, стали говорить о том, что это поражение было вызвано технической отсталостью России и так далее и тому подобное. Если говорить честно, то британская армия приехала в Крым, вооруженная знаменитым ружьем Браун Бесс образца 1785 года. Французская армия была тоже вооружена, так скажем, мушкетами образца 1777 года, с которыми еще сражалась во времена Первой империи Наполеона. Действительно, нарезным оружием союзники только начали перевооружаться уже в ходе осады Севастополя. И, так скажем, нарезные ружья были и в русской армии, знаменитые штуцера. Вопрос только, опять же, а как ими пользоваться? Стали говорить о том, что вот флот британский и французский был целиком паровой, а русский флот парусный. Действительно, на Черноморском флоте преобладали
суда парусной постройки, но были, а также и пароходы, фрегаты, были паровые суда. Вопрос, опять же, как их использовать. Ну и в итоге вот все эти, так скажем, вопросы, ну, приводят к мысли о том, что все-таки на войне главным оружием или главной деталью оружия является голова его владельца. Да, значит, это умение, вот это самое, так скажем, имеющееся на руках средство применить. К сожалению, вот русский генералитет, или, так скажем, генералитет Николаевской России, ну, эти умения, эти навыки не применил. И поэтому события 1856 года, а именно Парижский мирный договор, стал той самой точкой отсчета, который показал, что необходимо менять. Необходимо менять не просто что-то именно, да, а необходимо менять саму как бы систему, структуру Российской империи. И вот как раз события 1856 года связаны с еще одним известным человеком, который также сыграет свою роль и в, так скажем, в реформах Александра II. Это Александр Федорович Орлов. Внебрачный сын, говоря поэтически, бастард Федора Федоровича Орлова, одного из пяти братьев, подвижников Екатерины Великой, которые, так скажем, возвели ее на престол. Ну, бон виван, баловень судьбы, человек, опять же, с блестящей карьерой. 2 декабря 1805 года, будучи еще молодым юнкером, Александр Федорович участвовал в знаменитой атаке кавалергардов под Аустерлицем, ну, которая всем как бы известна и прекрасно описана в романе Льва Николаевича Толстого «Война и мир». Затем он делает блестящую военную карьеру, участник походов, ну, участник войны 1812 года, заграничных походов русской армии. Именно он будет 30 марта 1814 года подписывать капитуляцию двух маршалов Франции, Мармона и Мартье, которые завершат наполеоновские войны. Ну, наверное, в этом есть определенная такая кривая улыбка Клио, в том, что ровно через 30 лет, 30 марта 1856 года Александр Федорович будет подписывать Парижский мир. Совсем уже на других условиях. 14 декабря 1825 года Орлов безоговорочно поддержит тогда еще наследника престола Николая Павловича Романова. Ну, в момент, его младший брат Михаил как раз пойдет, так скажем, по делу декабристов, предстанет перед следственной комиссией, и Алексей Федорович будет на коленях умолять Николая простить его младшего беспутного брата, и Николай высочайше прикажет, в общем, отпустить Михаила. В 1844 году, когда скончается тоже известный вам всем человек Александр Христофорович Бенкендорф, Орлов возглавит третье отделение собственной его императорского величества канцелярии, ну, и станет шефом жандармского корпуса. Он также себя проявит очень хорошо на дипломатической почве.
в его, так скажем, багаже заключение знаменитого Адрианопольского мира в 1829 году. Блестящая, так скажем, победа русской дипломатии, завершившей очередную русско-турецкую войну. В 1833 году Орлов подпишет знаменитый Ункяр-Искелесийский мирный договор, по которому, в общем, Россия возьмет контроль над проливом Босфор. Тоже, в общем, блестящая победа отечественной дипломатии времен Николая I. И теперь, в 1856 году, Орлов на Парижском конгрессе будет биться до последнего, чтобы как-то, в общем, сохранить честь и достоинство своего государства. Именно благодаря его, так скажем, дипломатическому опыту Россия, в общем, вернет к себе, то есть отставит за собой Крымское побережье, и пусть разрушенный, но Севастополь. Это будет в обмен на крепости на Кавказе, Карс, Ардаган, Байзет, которые были захвачены, ну, были покорены русским оружием во время этой войны. Именно он добьется того, что Россия не будет выплачивать контрибуцию, а это унижение для любого государства. И то перо, которым Александр Федорович Орлов, так скажем, подпишет этот мирный договор, ныне хранится в музее Министерства иностранных дел. А ирония судьбы, опять же, заключается в том, что больше всех требовал, так скажем, уступок со стороны Российской империи, значит, больше всех настаивал на, ну, наиболее, так скажем, неудобных, скажем, прямо таких унизительных пунктах, и это знаменитый 11-й пункт «Нейтрализация Черного моря». Министр иностранных дел Второй империи, князь Александр Валевский. Александр Валевский. Ну, маму его звали Мария Валевская, а отца его звали Наполеон Бонапарт. Александр Валевский, вот, так скажем, плод любви, действительно искренней любви вот двух известных персонажей начала XIX века, Наполеона I, императора французов, и, как опять же говорили, его польской дамы Марии Валевской. Когда Наполеон в 1814 году будет находиться в ссылке на острове Эльба, Мария Валевская будет единственной женщиной, которая его приедет навестить. Ну и опять же Александр Валевский как раз в 1853 году в ходе этого кризиса крымского становится министром иностранных дел Второй империи, которую возглавит племянник Наполеона I, Наполеон III, и будет вести вот такую вот дипломатическую борьбу с Алексеем Федоровичем Орловым на Парижском конгрессе. Чернила еще не успели просохнуть, которым был скреплен мирный договор, а русское общество уже стояло перед вопросом, а что делать дальше. Война еще раз показала, что это действительно кризис и поражение не России, а той системы самодержавия, которая была в России. Как потом писал в начале 20 века известный историк, эмигрант, историк армии Антон Керсновский, в Крыму воевала и потерпела поражение Николаевская армия, а на Кавказе воевала и одерживала победы именно Кавказская армия, армия еще времен Александра I. И многие, так скажем, известные деятели великих реформ, в том числе и военной реформы знаменитой, были как раз выходцами вот с Кавказа. То есть они, в общем, воевали, руководили
штабами и частями Кавказского корпуса именно в ходе Крымской войны. Ну и когда заходит речь о реформах, а тем более о реформах в России, ну, наверное, необходимо дать как бы ответ на два вопроса. Очень, так скажем, простых вопросов и в то же время, так скажем, великих, как все бывает в нашей жизни. А именно, какие реформы нужны России? Это самый легкий вопрос. Мы сейчас все сами, да, скажем, какие нам нужны реформы, что нам нужно, там, чтобы, в общем, улучшить наше, так скажем, наше общество, да? И второй очень важный момент. На какие реформы, на какие действия способна существующая в России социальная система? А в то время социальная система называлась одним словом самодержавие. И действительно, вот события в Крыму, череда неудач, поражений, в общем, показали то, что, так скажем, российское руководство находится вот в глубоком кризисе, даже в ступоре таком определенном. Именно в этом как раз кризисе, да, который поражает сам, как сейчас принято говорить, истеблишмент, да, то есть высшие, так скажем, ряды, ну и видится основа великих реформ. И самое, так скажем, так интересное, ну, на мой, опять же, личный взгляд, то, что те реформы, которые мы с вами знаем как либеральные реформы, они действительно такими по своей сути являлись, проводит самодержавие, то есть самодержавная власть, самодержавный режим. Для чего? Для того, чтобы спасти самого себя. То есть можно как бы сказать, то, что реформы в России проводит самодержавие, в данном случае, для спасения самого же самодержавия. Ну, а если речь заходит о реформах, да, ну, необходимо, опять же, понимать, что в той системе, которая тогда была в России, очень многое зависело как раз от императора, от того, кто как бы стоит во главе государства, Ну, в данном случае речь идет об Александре II. Александре II, который действительно принял власть довольно сложное время. Ну, в одно время ходила легенда о том, что якобы Николай I, в общем, не вынеся, так скажем, разочарования в своей, так скажем, системе, то есть не вынеся, так скажем, провала в Крыму, ну, покончил жизнь самоубийством. На самом деле, конечно, это совсем не так, поскольку Николай Павлович действительно был искренне верующим, православным, в хорошем плане этого слова, человеком, он, естественно, не мог, так скажем, совершить один из грехов, но он действительно был разочарован в своих, так скажем, в плодах своей деятельности, поэтому в декабре 1854 года, проводя смотры гвардейским полкам, а, в общем, это каждая была ежедневная церемония, Николай Павлович не одевал теплые вещи, то есть теплую шинель, опять же, был в одном только мундире. Ну, что такое зима в Петербурге, вы прекрасно понимаете. Поэтому, естественно, получил воспаление легких, поэтому, так скажем, не следовал советам своего лейб-медика, то есть не принимал лекарства и гордо, молча умирал в своем рабочем кабинете. Ну и уже чувствуя, что, в общем, дни его сочтены, как потом опять писали, так скажем, придворные, ну, сплетники, скажем так, он вызывает к себе наследника Александра и говорит ему: «Прощай, Александр, я тебе сдаю Россию под дурной командой». Ну, в других вариантах — под плохим руководством.
факт то, что у нас сын и отец находились один и о чем-то беседовали в кабинете, факт неоспорим. И Александр, опять же, принимает, так скажем, трон в тяжелых, в тяжелейших условиях и прекрасно понимает то, что, в общем, сама жизнь ставит необходимость, в общем, проведения преобразований. Причем преобразование не просто в стиле его отца, как бы мы сейчас сказали, в стиле косметического ремонта, а именно коренных преобразований. И главная проблема, которая лежит в основе всей, так скажем, государственной, социальной и политической системы, это действительно крепостное право. В это время Россия была единственным государством в Европе, где юридически вот существовала система крепостной зависимости. Если мы возьмем также и Азию, то сюда можно еще и Китай приписать. Проблема, в общем, и с этой проблемой необходимо было что-то делать. Это прекрасно понимал и Николай I, знакомясь с материалами следственных дел декабристов. И Николай в свое время, в самом начале правления, создал секретный комитет для того, чтобы по крестьянскому вопросу. Этот комитет работал долго. В него входили знаменитые люди своего времени, такие как Михаил Михайлович Спиранский, Сергеевич Уваров, Александр Христофорович Бенкендорф. И, наконец, в 1842 году, когда в Государственный совет поступил проект, в общем, преобразований, Государственный совет наложил следующую резолюцию. Действительно, крепостное состояние в том виде, в каком оно есть сейчас, зло ощутительное и очевидное для всех. Но прикоснуться к нему сейчас было бы злом еще больше. То есть Николай так и не смог решить главный вопрос, а как отменить крепостное право. И поэтому как бы он это наследство передает своему сыну. Александр был старший сын Николая, поэтому, в общем, целенаправленно воспитывался и образовывался как, в общем, будущий монарх. Ну, можно сказать, что в его лице в течение вот, 19 века Россия первый раз получила высокообразованного и высокоодаренного монарха, там, руководителя, как хотите называйте. Этого нельзя сказать про его отца Николая I. Этого нельзя будет сказать и про сына Александра, да, Александра Александровича, да, будущего Александра III. И действительно, в общем, в своей, так скажем, программе подготовки, в общем, которую составлял известный всем Владимир Андреевич, Василий Андреевич Жуковский, уже было заложено, да, вот сама идея, то, что Александр, ну, будет не просто царем, да, а будет царем-преобразователем. И, естественно, очень многое зависит от личности этого человека. Вот при, опять же, хорошем образовании, при, опять же, прекрасном, так скажем, знании иностранных языков, экономики, опять же, или политической экономии, как ее тогда называли, Александр Николаевич обладал одним, ну, не очень хорошим для лидера, да, для правителя качеством. Известный, опять же, придворный деятель, опять же, потом деятель реформ, князь Долгоруков в своем, так скажем, дневнике запишет следующие слова. «Император всегда шел то вправо, то влево, беспрестанно меняя свое направление». То есть Александр был подвержен вот влияниям извне.
Если он говорит с либералом, сторонников реформ, в нем просыпается, в общем, жажда деятельности. Сейчас вот давайте подпишем указ, и все будет прекрасно. Как только приходит к нему на прием или он беседует с консерватором, Александр тут же меняет свое направление и понимает, что реформа вещь хорошая, только лучше пусть все так будет, так как и останется. Поэтому естественно, очень важно понимать, кто стоит за спиной Александра. А за спиной его стоит его младший брат, великий князь Константин Николаевич, генерал-адмирал, глава морского министерства, известный своими, так скажем, либеральными воззрениями, горячий сторонник отмены крепостного права. Вторым таким сторонником будет сестра Константина и Александра, великая княгиня Ольга Николаевна. Но именно Константин Николаевич, в общем, был тем человеком, которому удавалось держать венценосного брата, в общем, в русле реформ. И даже когда вот Александр долго колебался, подписывать ли ему или нет положение об отмене крепостной зависимости, фактически Константин взял руку своего брата, вложил в него перо и вывел знаменитую подпись «Александр». Этот человек также известен как покровитель наук. Именно он, Константин Николаевич, организует знаменитое российское императорское географическое общество, потом российское историческое общество, потом создадут знаменитую, так скажем, Константиновскую премию, которую будут вручать, так скажем, за достижения в науке. А журнал, который, так скажем, организует на базе своего министерства Константин Николаевич, морской сборник, в общем, журнал известный, станет как раз тем рупором, который будет пропагандировать необходимость глубоких реформ в Российской империи. То есть, как это вот не парадоксально, но вот морской сборник обсуждал, так скажем, необходимость и там технологию отмены крепостного права, так скажем, необходимость введения самоуправления в России, земского имеется в виду и так далее и тому подобное. Для того, чтобы... То есть будем считать, что мы поняли и власть поняла, что реформы необходимы. В качестве, опять же, такого своеобразного толчка, да, помимо, так скажем, поражения в Крымской войне, естественно, стало и третье отделение, которым тогда возглавлял Алексей Федорович Орлов, которое, в общем, подавало ежегодно монарху данные о, в общем, социальном движении в Российской империи. И данные были далеко не, так скажем, неутешительные. В данном случае вы видите как бы динамику крестьянских выступлений. Не просто выступлений, а именно тех выступлений, для подавления которых пришлось применять вооруженную силу. Дело в том, что в ходе Крымской войны второй раз, так скажем, в своей истории, и, увы, не последний, власть прибегает или сознает необходимость создания государственного ополчения, которое формировалось в помощь армии, воевавшей в Крыму. Ополчение, как правило, это было, в первую очередь, из южных губерний, там Киевская, Курская, Тульская. Мне как бы вот близко, очень, наиболее близко, в общем, история Тульского ополчения, которое, в общем, потеряло всего лишь 6 человек в качестве, так скажем, погибших от военных действий и свыше 100 человек, 100 тысяч человек умерших, так скажем, от болезни, пока, в общем, ополчение двигалось от Тулы до Крыма. От Тулы до Крыма.
по статистике, опять же, того времени основные потери в армии – это потери не от боевых действий, а именно так называемые санитарные потери. От болезней, опять же, от ранений и так далее. И Крымская война в этом не исключение. Ну, а если мы так посмотрим немножко на вообще Николаевскую армию, то за время его правления, ну, 25 лет, даже не 25, 30 лет, условно скажем так, от, опять же, от пуль противника, да, от пуль, ядер, штыков, сабель противника в русской армии погибнет, ну, примерно где-то 120 тысяч человек. Вот, учитывая все войны, которые вела Россия при Николае. От, так скажем, от болезней 900 с лишним тысяч человек. То есть Николаевская казарма в то время действительно была таким, ну, определенным пугалом для общества. И вот опять же эта самая динамика, и ополчение опять же, ну, набиралось, как и армия, по рекрутскому принципу. Обычная, введенная Петром Алексеевичем, повинность, которую платило население. И крестьянин искренне считал и верил о том, что он идет на царскую службу, он терпит на этой службе там лишения, невзгоды, значит, царь-батюшка должен наградить крестьянина за это. А лучшая награда для крестьянина – это что? Это земля и воля. Самое главное – земля. Бог с ней, с волей. Бог с ней. Если вы помните, вот один такой фильм знаменитый был, да, Эльдара Рязанова, «О бедном гусаре замолвите слово». И героя, которого играет Николай Бурков, да? Хочешь, я тебя награжу? А хочешь, я тебе волю дам? Не, не хочу. Чего я там не видел? И там последний, опять же, монолог этого самого героя, да? Когда я получил вольную, кем я только не был. Там и тем занимался, и всем занимался. Ну, в итоге шел пьяным по улице зимой, упал, да, и в сугроб и не проснулся. Не, ребята, воля – это плохо. Вот. Землю. Да, крестьянин хотел землю. Мир подписан. Ополчение распущено. Мужик претерпел, так скажем, на службе тягости и страдания. И вот, опять же, а где? А где земля обещанная? И крестьянин вот начинает как бы голосовать вот таким способом. Да, поэтому сами смотрите, за неполных 4 года от 66 до 797. То есть опять же, в общем, общество, там крестьянин показывает, что необходимо что-то делать. Поэтому 30 марта 1856 года, недалеко от нас, в здании, который раньше назывался Долгоруковский дом, а потом стал называться Колонный зал Дома Союзов. Там раньше размещалось дворянское собрание. Был дан торжественный обед в честь коронации Александра Николаевича. И впервые в истории в этом, так скажем, в ходе этого обеда государь выступил с речью. Ну, то есть, как бы, эта речь, как бы, она в себя включала такую программу, наверное, будущего его правления. И выступая, как раз Александр сказал свои знаменитые слова. То, что касается крепостной зависимости, да, лучше отменить крепостное право сверху, нежели дожидаться того времени, когда оно само собой начнет отменяться снизу. Имеется в виду вот та самая динамика, да, крестьянских выступлений. Нам важен эта дата, это событие тем, что, в общем, власть показала, что все, реформы будут. Ну и раз как бы принято волевое решение, необходимо задать себе знаменитый вопрос, который сформулировал известный поэт и не очень удачливый дипломат Александр Сергеевич
Грибоедов. Какой вопрос имеется в виду? А судьи кто? За древностью лет к свободной мысли их вражда непримирима, события черпают из забытых газет времен Очакова и покорения Крыма. Имеется в виду, кто будет разрабатывать реформы. И как это, опять же, не парадоксально, ну, наверное, типично для нашей страны, вопрос об отмене крепостного права разрабатывают, ну, самые главные собственники недвижимости и человеческих душ в Российской империи. Да, значит, кто у нас? Да, 3 января 1857 года создан секретный комитет, который, в общем, должен начать разработку проекта, так скажем, реформ. В него вошли Александр Федорович Орлов, действительно, да, только что подписавший мир, все, в общем, блестящий человек, но при этом шеф жандармского корпуса, бывший, правда. Князь Долгоруков, из той же знаменитой фамилии, который сменил Алексея Федоровича на посту шефа жандармов. Михаил Николаевич Муравьев, известнейший человек, просто жалею, что я как-то не додумался вам его портрет показать. Известный человек из той самой семьи Муравьевых проходил по делу декабристов, но поскольку ему было всего лишь 15 лет, его старший брат Никита Муравьев, автор Конституции, будет просить высочайшего помиловать своего вот младшего беспутного брата, и Михаил Николаевич будет отстранен от, так скажем, следствия. Затем он делает хорошую военную карьеру. Через несколько лет, в 1863 году, когда в Польше вспыхнет восстание, Михаил Николаевич будет послан на примирение, как тогда говорили, царства польского, и общество наградит его вот такой приставкой к фамилии Вешатель. Говорили, что, обладая очень плохим почерком, ну, как курица лапы, скажем так, Михаил Николаевич мог четко поставить только двери резолюции: либо расстрелять, либо повесить. Ну, наследственных делах по польских повстанцев. И потом он про себя говорил открыто, что да, я Муравьев, но не из тех, которых вешают, намек на своих родственников, а из тех, который вешает. Вот честный слуга царю, да, отец солдатам, Михаил Николаевич, теперь разрабатывает проект отмены крепостного права. Князь Гагарин, ну, который действительно обладал, ну, в общем, тысячами, опять же, десятин земли, сотнями тысяч душ, ну, которого просто можно сказать честно, что он, да, магнат крепостной. Естественно, в этом комитете должен быть кто-то главный. Главным решили назначить Алексея Федоровича Орлова. И на первом же заседании, да, Алексей Федорович честно сказал: скорее дам себе отрубить руку, чем подпишу освобождение крестьян землей. Главный вопрос, естественно, в России всегда был, это кому и как должна принадлежать земля. Как освобождать крестьян, землей или без? Ну, чтобы как-то вот, так сказать, создать видимость работы, власть, естественно, обращается к обществу. Кому? К самому образованной части общества, благородному российскому дворянству. И в 1857 году создаются комитеты губернские и уездные, которые должны как бы составить проекты, там написать пожелания, направить их в Петербург, ну, чтобы затем уже вот секретный комитет и созданный на его базе
комиссии, в общем, ну, сделали бы какой-то один, единый, общий вариант. Ну, естественно, мы понимаем, что речь идет о 35 губерниях Центральной России, не Черноземья и Черноземной зоны, где крепостное право как бы ну, исторически было. Ну, поэтому, опять же, да, вопрос об отмене крепостного права передан в руки крепостникам. Все нормально, все хорошо, все, так скажем, российски. Ну, так скажем, эти комитеты, если мы как бы вот все варианты будем рассматривать, то эти комитеты, ну, вот два общих момента выделили, которые потом лягут в основу реформ. Да, это то, что помещики сохраняют в своих руках всю землю и полицейскую вотчину, как тогда говорили, власть над крестьянами, и крестьяне получают лишь юридическую свободу, и то лишь после переходного периода, ну и также вот усадьбу, то, что мы бы, ну, то, что мы сейчас как бы называем привычным понятием 6 соток. Вот, пожалуйста, а все остальное надо, так скажем, выкупать, естественно, Были и прогрессивные варианты. Например, Тверского адвоката Унковского, который сам, не будучи владельцем крестьян, говорил честно, что нужно вот взять и поделить, да, землю. Ну, поэтому, когда он своим проектом выступил в Тверском губернском собрании, предводитель дворянства губернский встал и, тыча пальцем Унковского, сказал: «Бунтовщик!» После чего Унковский поехал за казенный счет, ну, в район современной Перми, то бишь, скажем, ссылку в данном случае. Ну, можно сказать, что вот в течение, в общем, нескольких лет, да, вот общество публично, да, обсуждало, как, что, как освободить крестьян, как, зачем. И все прекрасно понимали, что, в общем, это как бы только вот одна, так скажем, одна деталь в огромном, так скажем, механизме. Потому что было ясно, что вслед за свободой крестьянам необходимо решать вопрос, а, так скажем, как ими управлять теперь, да, то есть как их судить, какая будет армия. Поэтому, в принципе, можно говорить о том, что, в общем, реформы, они наподобие часового механизма должны быть целиком, так скажем, преобразованы. Одно колесико как бы цепляет за собой другое и так далее. Но в этой, так скажем, череде реформ именно вот отмена крепостного права, ну, такой вот является лакмусовой бумажкой, которая как бы, на основе которой уже можно понимать, что как бы будет там, и самоуправлением, и с судом, там, и с армией, и так далее, и тому подобное. В 1859 году создаются знаменитые редакционные комиссии. Редакционные комиссии, которые возглавляет генерал-лейтенант Яков Иванович Ростовцев. Он руководил военно-учебными заведениями Российской империи, но для общества он был еще известен своим поступком. Однажды ночью, в ночь с 13 на 14 декабря 1825 года в доме на Мойке, где находилась служебная квартира Кондратия Федоровича Рылеева, прошло событие знаменитое, ну, на котором было собрание, на котором было принято решение о необходимости, в общем, выступления Северного тайного общества. Ну, князь Адоевский рукоплескал руками и кричал: «Ах, как мы умрем, как славно мы умрем!» После этого все разъехались, так скажем, по своим квартирам, а Яков Иванович Ростовцев, тогда еще прапорщик лейб-гвардии финляндского полка, поехал в Зимний дворец. Там, в приемной Николая Павловича, он потребовал перо и бумагу и написал, так скажем, ну, сообщение о том, что, в общем, готовится бунт. После этого он вернулся на Мойку, квартиру Рылеева, и сказал честно: «Кондратий Федорович,
как, так скажем, офицер, я должен был сообщить об этом государю, но как дворянин я не назвал ни одной фамилии. Ну, поэтому потом уже, так скажем, на следственных, так скажем, допросах Рылеев и те люди, которых мы называем декабристами, честно говорили, что у них претензий нету к Ростовцеву. Но благодаря перу, опять же, известного вам бастарда, которого звали Александр Иванович Герцен, за Ростовцевым закрепилась, так скажем, репутация предателя. И вот теперь он, опять же, возглавляет редакционные комиссии, которые должны, так скажем, создать единый проект, да, положение об освобождении крестьян от крепостной зависимости. Это положение будет написано, правда, Яков Иванович скончается от трудов, понесенных, так скажем, на благо империи. Но, тем не менее, в итоге 19 февраля 1861 года вот будет, так скажем, подписан данный документ, он длинный, мы только видим его первую страницу, который войдет в историю как манифест, да, об освобождении крестьян от крепостной, о выходе крестьян из крепостной зависимости. И будет подписан второй пакет документов, как сейчас принято говорить, который будет называться положением. Вот этот самый, так скажем, этот манифест будет, и вот все эти документы будут подписаны 19 февраля. Опять же, по иронии судьбы, 99 лет назад, и тоже 19 февраля, государь Петр III Федорович подпишет манифест о вольности дворянства. И известный вам всем, нам всем Василий Осипович Ключевский как раз скажет, что в этот день российское дворянство было освобождено от крепостной зависимости дворянства, а через 99 лет очередь дойдет и до мужиков, то есть до крестьян. Ну, данный документ был составлен руками митрополита Санкт-Петербургского Филарета Дроздова. Поэтому общество его назовет очень красиво, всем вам известным словом, Филькина грамота. Ну, красиво и непонятно. Но возникает тоже один интересный момент, интересный вопрос. Дело в том, что 19 февраля – это дата подписания документов. А вот опубликование их, да, то есть общество узнало об этом только лишь 5 марта. Возникает вопрос, а почему? Более того, в день опубликования документов Петербург, Москва, Киев, все губернские города были объявлены на военном положении. То бишь войскам выдали боевые патроны. Почему? Почему 5 марта? Потому что в 1861 году в этот день начинался известный для всех православных период, который называется Великий пост. Ну, а перед Великим постом, естественно, идет веселая, широкая Масленица. А как в России празднуют Масленицу, вы знаете прекрасно. Ну, поэтому власть как бы и постаралась, да, чтобы об освобождении от зависимости мужик узнал Великим постом. Да, и перед тем, как подписать этот документ в Государственном совете, Александр Николаевич сказал свои знаменитые слова. «Все, что возможно было сделать для ограждения интересов дворянства, сделано». То есть, опять же, самодержавие спасается, самодержавие в данном случае. Но, тем не менее, огромный камень сдвинут с места. Реформы пошли, общество начинает обновляться.
Ну, как, так скажем, проходила сама реформа, это, в общем, даже это отдельный сюжет. Нам важно что? Ну, во-первых, действительно, землю необходимо было выкупить. Чтобы мужик стал собственником, он должен был выкупить, так скажем, эту самую землю. Ну, в качестве стартовой цены была положена цена не 1861 года за недвижимость, а 55-го. Ну и дальше, в общем, вы, там определенная, так скажем, была схема вычисления. В итоге, да, у нас получается 323 миллиона разницы между стоимостью земли и сколько за них выплатили крестьяне. Это та самая разница, которая была передана дворянством в качестве компенсации. Ну и, соответственно, опять же, на 12 лет, так скажем, крестьянин еще оставался, в общем, в собственности у своего владельца. Выкупные платежи, специально был сделан крестьянский банк открыт для того, чтобы можно было брать суду и 6% годовых. Самая такая гуманная цена по тем временам, процент имеется в виду, самый гуманный процент. Ну, однако эти выкупные платежи были отменены только 1 января 1907 года. Когда уже в России была революция. То есть потребовалась революция, чтобы власть отказалась от этой самой выкупной системы. Ну и, наконец, 1881 год, да, власть опять же признала вот то, что крестьянин теперь уже, в общем, ну, свободен и ничем не обязан своим владельцам. Правда, это случилось в апреле 1881 года. А 1 марта автор всех этих, так скажем, реформ Александр Николаевич, в общем, скончается от кровопотери, поскольку в него бросят бомбу. То есть, ну и, наконец, уже при внуке Александра Николаевича, Николая Александровича, в 1901 году, наконец-то, будут отменены телесные наказания. То есть пороть у нас официально запретят. И по решениям суда, там, скажем, и в армии, и так далее, и тому подобное. Что бы хотелось, так скажем, вам сказать в качестве такого определенного резюме? Да, вот реформы – это такой сюжет, о которых можно говорить долго, и каждая реформа – это отдельная, опять же, тема для изучения, так скажем, для там лекций и так далее и тому подобное. Для нас главное то, что, так скажем, реформы не затронули саму самодержавную социальную систему. Ее было уже нельзя улучшить. И логика именно подсказывала того, что необходимо саму систему самодержавия, так скажем, демонтировать. На это надо было, для этого нужно было обладать определенной решимостью, волей, опять же, и желанием, чего, увы, власть в лице русских монархов российских не обладала. И поэтому так, опять же, получается, что вот 1861 год порождает 1905 год, а 1905 год порождает 1917. Ну и наше с вами современное общество, в котором нам жить, я думаю, долго и счастливо. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, спасибо за внимание.